Я просто ничего не могу сказать. Я вот так видео монтирую, тут слушаю, что я там говорю. А то я не успела. Да, всем привет. Да, всем привет, потому что это уже будет следующий влог. Да, от меня сегодня ничего не будет. Я не успеваю. Соня, что надо делать? Соня. Ой, Сабрина дома. Она сейчас уедет. Ну, она работает. Я тоже уеду, да? Я кофе выпью и уеду. А хочешь, не хочешь? Я сейчас Павля полностью доем. А что есть? Я сделала лапшу по-казахски. Я не знаю. Да? Раздевайся. Собаки тебя раздевают? Мам, дай тапочек. А я папе надену. И говорю, вот он. Ладно, мы пошли кушать. Птичка ударилась об окно. Ты видела, как она ударилась? Я слышала. Я тоже что-то слышала, не поняла. Ну что, давай его покормим, попоим. Нет, а куда теперь? Я не знаю, можешь на улице вместе с ним быть. Я что сделаю, я не знаю. Так, Жорик, иди сюда. Домой. Дай, покажи его сюда поближе. Немножко перегнулась, блин. Крылышко? Нет, вот тут ножка. Но ножка это не сильно страшно. Ну, что с тобой? Я еще никогда птицу не держала. Ой, представляешь, какой у тебя. Я тебя принес. И упал. Ну и что теперь, блин? Подожди, вот так. Дай ему что-нибудь покушать. Но он же не голодный, он теперь больной. Я дам ему покушать, что дать покушать? Ну и куда теперь? Я теперь что, буду птичка мама, что ли? Ну, мама, ты мне не даешь маму, я тоже ему поди. И что теперь делать? Ну, хорош. Сабрина, поцалюкайся. Ох, блин. Мама, я не могу. Алло. Сабрина, я не дой. Ну все, вы будете теперь нянчиться? А что теперь делать? Не знаю. Все увидят. Ну, ты хороший. Он еще. Так, Саня, ой, все, он уже улетел. Значит, нормально было. Все, вы его спасли. Так, Соня, домой. Все, Пауль, пойдемте теперь кушать. Блин, еще такая инфугаль в дым ханд. Ничего страшного. Он отошел. Вы его спасли. Все, ты поехала? Угу. Это для тебя. Это что? Липгласс. О, опять подарочек. Сейчас попробуем, да? А что? А мой тут стоял, что-то я его не увидела. Пахнет так хорошо. Карина, не встревай. Самое главное, что блестит. О, как блестит хорошо. Самое главное, что это подарок. Я тебя не буду целовать, а то у тебя тут мои эти блестящие губки останутся. Все, ты уже поехала? Да. А ты пальто берешь? Да. Почистилась вообще-то. Ну что, надо плохо почистилась. Блин, от наших собак надо избавиться. Нет. Я от вас избавлюсь. Мама. Нет. Это София в прошлый раз мерила. Карин, ой, Сабрин, я не могу. Это моя крона. Мне ее подарили на мой 20-й день рождения. Царевна ты наша, царица. Мама. Массаж. Мама. Да, мой хороший. Мама. Да. Что это? Сейчас я Сабрину почищу. О, это вкусный макаронс. В холодильнике я сейчас тебе дам. Ты уже покушал? Нет. Ты еще не покушал? Вкусно. Капец, завернулась. Еще от волос твоих тут везде.
Сидим. Сейчас кто-нибудь напишет. Скажет, большая такая ее мама чистика. Сними эту сейчас замочку. Паля, у меня там еще есть с карамелью. Знаешь, какие вкусные. Чел дал. Съел суп уже? Мама разрешила тебе взять сладкое? Да. Окей. Все? Ой, все, ладно, мне все равно не отвлекается. Пока. Все, да, давай, счастливо, да? Ты до скольки? Сама не знаю. Сама не знаю. Ты не знаешь, до скольки ты сегодня работаешь? Да? Ты не знаешь, до скольки ты сегодня работаешь? Нет. Может быть, мне кепку взять? Возьми. Сегодня вообще зеленая была. С кепочкой? А ты хвостик в кепку вытащишь? Ну иди, рисани сама. Она тебе это хвост надо ниже делать, потому что тебе там кепка мешает. Да. Да иди без этого, без кепки. Без кепки. Так. Чус. Давай, счастливо. Где мои? Что? Я у тебя в комнате видела. В кармане нет. Я его только что здесь видела. Как всегда, ищем кошельки, деньги, права. Все подряд. Нашла? Нет. Ладно, мы пошли дальше кушать, пусть Сабрина собирается. Сейчас буду в ванне мыть свои орхидеи от пыли. Хотела сначала так попротирать, а Карина говорит, иди в ванну, поставь их там, ополосни и все. Они потом обсохнут, и потом поставишь на свои места. Так что сейчас будем мыть. Прям вот так. Самое главное, чтобы они у меня потом... Смотрите сразу, как эта пыль сворачивается. Так вроде бы и не видно было, сколько там пыли. А когда так моешь, прям очень много пыли. Ну, сейчас я их хорошо помою и оставлю так сохнуть. Ну, потом чистенькие будут. Так. А то так, когда протираешь, нет, я их еще, знаете, что делала? На улице так немножко оттряхивала, а листики всегда протирала влажной, ну, салфеткой. Но все равно видно так хорошо, она не улетает, это пыль. Или щеточкой, знаете, смахивать. Но вот так это самое оптимальное. Ладно, мне нужно камеру положить и вот эту сторону подвинуть нормально, чтобы я ее могла хорошо вмыть. В общем, я принесла еще ту орхидею, которая у меня в зале стоит, которую вы меня всегда спрашиваете, это настоящая или искусственная? Нет, это искусственная. Сейчас тоже ее заодно помою. И оставлю. Теперь их тут сохнут. Надо окно, наверное, немножко открыть, чтобы сквознячком их продувало, чтобы быстрее высохли. И будут все чистенькие. Девочки, смотрите, Карина мне заказала вот такую вот, ну, дорожку на стол. Ну, как скатерть, можно сказать. Ну, а как это сказать? Лойфа. А по-русски дорожку на стол. Да. Да. Она мне длинная. Ну, мы с тем расчетом и заказывали длиннее, чтобы зайцев вот этих вот... Нам заяц не нравится. Нам заяц не нравится. Нам нравятся тюльпаны, но нам не нравится заяц. В общем, мы решили зайцев отрезать, с одного зайца сшить подушечку. Но я потом подушку сошью и тоже Софийке отдам. О, да. Да. А один заяц, Карина сказала, что она возьмет его. Да, вот его отрезали. Да, отрезали. Я его в рамку поставила. И она Софийке его в рамку сделает, потому что... Может понравится ей. Ну да, может быть. Если не понравится, не выбрасывай. Потом красивый. Две подушки сошьем, если вдруг Софии не понравится. Да? Да. Да. Ну я его поставлю потом в рамку. А мы хотим вот эту увидите вот... Увидите у меня? Да, увидите у Карины, как это будет выглядеть.
Потому что те картинки, которые Карина с Софи делали до этого, они уже поменяли. Она сказала, Софи, там что-то не понравилось. Святые не понравились. Они святые не понравились. Взрослые. Сильно взрослые, она сказала. Да, а вот это вот прям... Ну, как раз детская. Идеально. Так идеально детская. Нет, ты зайчик, правда. Когда сошьешь подушку? Ну, если ты еще немножко дольше побудешь. Сколько? Ну, я не знаю. Сколько тебе надо? Ну, на подушку мне надо не очень сильно много. Нет, мы можем ее сейчас сшить? Все равно эту подшивать мы надо. Мы не можем ее сейчас сшить. Почему? Потому что я не хочу сшить. Так я сошью, что там 4 шва прострочить? Да, сшей. Сейчас найдем такой же. Сейчас посмотрим, если у меня такой же бежевый есть на заднюю сторону. А у тебя есть бежевый? Я не знаю, надо посмотреть. Да. Знаете, почему мы и куда мы хотим эту дорожку положить? Ну, показывай. Стол. У меня слова забыла. Стекло прилипает к столу. И получаются вот такие вот пятна. Пятна. Видите? Получается везде, да, где да. Вот это вот. Как-то поэтому... странно. Поэтому мы хотим вот эту вот дорожку положить под стекло, тогда за счет этой дорожки. Давай. За счет вот этой вот салфетки, скатерти. Стекло приподнимется. Смотри, как идеально сделано. Прям совпадает. Тюльпанчики совпадают. А я еще видела, как ты режешь. Думаю, боже мой, как можно без линейки просто отрезать. Ну, я ж сложила. Я промолчала. Ну, я ж сложила. Ну, сложила это, знаешь, такая вещь. Ты мне смотри ту сторону, не порежь. Не порежу. А то мы сделаем потом из этой просто такие эти, ну, типа, на каждое место. Ага. Такую салфеточку. Ты посмотрел? Конечно. Будешь мне потом новую заказывать? Ёва. Мама? Да. Знаешь, я терпеть не могу. Чего? Когда подруга когда говорят? Нет. Когда ножницы не режут? Не режут. Карина, вот они у меня по одном месте правда клинят. А вообще это мои ножницы, которые я делала Ausbildung. Да, потому что мы с тобой поменялись ножницами. Ты забрала те, которые я заказывала. А эти... Нет, да, да, большие нет, эти, да. Нет, да. Я себе новые заказывала в школе. Не спорь со мной. Но... У меня уже другие ножницы, потому что вот это метальные, они тяжелые в руке. Но... Они массивные, да, их можно точить, и если я вот это вижу, бумагу она с ними режет. Я не режу бумагу с ними. Ты что там делала в зале сейчас, только отрезала бумагу? Я это видела. Что врешь? Ну да, только сейчас. Ты их ломаешь. Ну, знаешь... Они уже, им уже... Нет, их подточить, они нормальные. Да, вы бы все бы выкинули. Это блин, это дорогие. По-моему. Я знаю, что это дорогие. Вы бы все выкинули. Я подточу их, будут нормально резать. Просто у нас вот, когда вот эта нет, ярмарка не проходит... А почему они? Не знаю. Твои ножницы? Твои. Тапочку. Я ненавижу, когда тапочек падает. О, боже. Просто, когда пандемия вот эта была, у нас же не было вот этих вот ярмарки. В деревне. Там же у нас обычно какой-то этот мужчина же точит ножницы, помнишь? Не знаю, у нас в Кавляне точит ножницы. Да? Ну возьми, поточи мне ножницы. Не знаю. Я туда хочу заряженку. Да, мама, вот так красивее будет. Без зайца. Это... О, я тоже такую хотела, но у меня нету стола. А. Такого. Девочки, я вам этот стол еще не показывала, потому что еще тут я до конца не доделала, что хотела доделать, поэтому еще немножко я вам полный обзор не показываю. Ты так много хочешь подгинать? Конечно. Вот она еще короче будет. Не-не, я просто смотрю. Около... Ну все, ладно, давай я пойду сейчас быстро это подошью, сделаю. Да, и мы, может, на стол положим или, да. Или я потом сможем вдвоем больше. Под стекло? Да. Мы те волосы же тоже так вытаскивали. Как они там называются? Не знаю, это вы так придумали. Дорожка. У меня просто там была другая. С волосов? У меня просто с там волос? Была другая. Не с волос, с материала такого. Все сказали, ну и волосы. Все, короче, говорят, докопались. Дети. Дети, потому что сказали, о, мне что там волосы лежат. Ну что, если это так и было? Ладно, давай, пойду я делать. А есть она, чтобы показать? Есть!
есть, есть. Вот покажи, и они тоже все скажут, что они выглядят как волосы. А если мы их под стекло положим, оно хорошо смотрится. Нет, мам, нет. Вот так я и живу. Все, что не сделаю, все забракуют. Ладно, пошла делать теперь. Мы сшили подушку, сделали. Подушечку увидите у Карины на канале. Ну, не буду показывать, то скажут, что у нас все одинаковое будет потом. Просто мы сейчас Карину снимали. А смотрите, какую салфеточку я сделала. И смотрите, какие я себе ландыши приобрела. Красивые, правда? Ну, я ж люблю ландыши. Но еще закажу белые тюльпаны. И потом сделаю такой букетик, наверное, с белыми ландышами, с белыми тюльпанчиками. И еще, а Сабрина здесь сидит, кушает. И еще, смотрите, я вот тут поменяла. Я выкинула микровери. Она же, наверное, не нужна, да? У меня нету. Ну, да. Я не пользуюсь. Ну, не знаю. В общем... Она вредит здоровью. Да, она вредит здоровью. Это верно. Поэтому у меня ее нет. Да, и мы просто иногда... Мы просто к ней так привыкли, иногда часто пользуемся. И поэтому не знаю, будет у нас новая микроволновка или не будет. В общем, я сюда поставила, я из зала брала эту орхидею, поставила сюда. И здесь мы вот так задекорировали. Свечка, ананасик. Еще мы сюда купим, ну не мы, а я, сюда белый этот, ну горшок, вазу какую-то белую. Ну Карина тарелку еще забраковала. Потому что она зеленая. Ну, она такая прозрачная. Нет, просто у меня белого горшка такого нет, поэтому, по идее, я хочу сюда такой белый горшок. Может быть, что-нибудь с серебром, да? Ну, если будет. Ну, короче, мы поищем. Грау-бетон может еще. Ну, или грау-бетон тоже можно, да. В общем, ладно, мои хорошие, мы сейчас будем обедать. И потом да, чем? Супом вчерашним. Это ты, мы едем домой. Ну, это... Не будете кушать? Нет, мам, я поеду домой. Парень будет... Я рассчитывала, что Карина останется на 3 дня, что до среды нет. Она останется. Оказывается, в среду Софира, она утром приезжает. И поэтому ей нужно домой. Сегодня не поеду. Да. Да? Да. Да, пап? Ты хочешь домой? Нет. Ладно. Ладно. Я опять Сабрину провожаю на работу. Привет. Мой видик закачался. А ты что, видео снимала? Да, на русском. Я хочу попробовать. Ты хочешь на русском языке снимать видео? Ну, чтоб язык лучше стал. Ну, молодец. Ну, молодец. Да. 6 или 7 видеть, я еще не знаю. Хорошо. Я потом своим девочкам скажу. Да. Если кто захочет, посмотрит тебя на русском языке. Нет, там были комментарии как-то давно у тебя? Ну, ты же у нас редко снимаешь. Тебя Карина заразила, наверное, да? Да. Да? Ну, ладно. Все, ты уже поехала? Угу. Куртку, пожалуйста, бери. Да. Ты можешь мне еще мой пить дать? Мой пить там. Буду? Лежит на шкафчик я. Что-то здесь не полная бутылка, ты бы уже полную с собой взяла бы. Ну я же из нее уже пила. Ну что? Кинь сумку. Все? Ладно, давай, пока. Пока. Ой, какие в машине. Где мой ключ? Не знаю я, где твой ключ. Я тоже не знаю. Ладно, давай, счастливо. Ну, тебя-то я вижу, когда ты приедешь, когда ты уедешь. Давай, да. Пока. До вечера. Пока. Давай. Пока, мой хороший. Давай, Карина. Аккурат. Ты мне этот пришлешь, чтобы я смотрела, когда ты приедешь домой? Нет. Так поедешь? Я забываю это. А ну, мне, в принципе, не важно просто это... Мне важно, когда вы сюда едете, мне так интересней. Ладно, давай. Ладно, давайте, пока. Все, мои хорошие, Карина поехала, я думала, она дольше будет. На этом я буду заканчивать. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие.